Ну что ж, ребятки, всем привет! Как вы поняли по названию, я вернулся на свой родной сервак, на котором играл 5 лет, и здесь я буду развиваться полностью с нуля, без какой-либо помощи. То есть, получается, это новая рубрика «Путь бомжа», не знаю, как его назвать. Короче, разберемся по названию. На Yellow серваке я также буду играть. Я выбрал именно первый сервак, потому что я здесь отыграл 5 лет, это мой родной сервак, на котором я все начинал, на котором я развивался, на котором я развивал свой канал. Реально, ребятки, я очень сильно надеюсь на вашу поддержку. Давайте на этом ролике наберем 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Если вам эта темка зайдет, постараюсь выпускать несколько роликов в неделю. Многие уже записывали данную рубрику, все просто, кому не лень, я единственный, кто этого не делал, поэтому я решил попробовать. В планах купить себе хороший автомобиль, купить себе дом, прокачать скиллы там и так далее. То есть добиться того, чего хочет каждый игрок. Это такое будет вступительное видео, в котором я вам покажу, что я уже сделал и что я советую вам сделать в начале игры. И сегодня вы видите, как я заработал свой первый миллион. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, ребятки, первым делом я, конечно же, ввел свой промокод Полканов, за который вы получите на 10 уровне 300 тысяч рублей, поэтому мой вам совет, также вводите промокод, это неплохой буст будет для вашего аккаунта в начале игры. Ну и по классике, конечно же, я прошел квесты. Я не стал это записывать, вам показывать, потому что квесты все проходили, все это знают. На проекте также проходит ивент в честь 9 мая, на котором можете пройти квесты и заработать военные монеты. Я, естественно, это сделал, потому что такой момент не нужно упускать, за счет этого можно неплохо заработать. А как именно, я вам чуть позже покажу. По итогу я зашел, за 3 часа прошел эти квесты с горем пополам. Они довольно-таки сложные, но оно того стоит. За прохождение квестов я, конечно же, получил донат, который я решил потратить на рулетку. На золотую рулетку я покрутил 2 раза, но, к сожалению, мне ничего такого интересного не выпало. Но у меня были бесплатные рулетки, с помощью которых я реально немного заработал. Также за начальные квесты я получил спецочки, которые решил потратить на улучшение, а именно сетка. То есть я в будущем хочу качать рыбалочку, хотя бы вкачать 15 скилл. Я купил улучшение сетка, чтобы в будущем потом зарабатывать с помощью нее. Но теперь самое интересное, каким образом я заработал за день 1 миллион рублей. Я, получается, прошел ивент в честь 9 мая, то есть прошел квесты, тем самым заработал 1050 монет. Эти монеты я выставил на рынке на продажу по 1250 рублей. И за это я получил почти 1 миллион рублей. То есть я смог за день заработать 1 миллион буквально за 3 часа. То есть 3 часа я проходил квесты, накопил эти монеты, выставил на продажу и буквально через 10 минут у меня их купили. На данный момент я на аккаунте имею уже 1 миллион 500 тысяч рублей. То есть буквально за короткое время я просто прошел квесты на ивенте, и все, я больше ничего не делал. Ну что ж, ребятки, вот такое вот получилось короткое, но я думаю, информативное видео. Я не стал как бы затягивать, я вам все подробно рассказал, показал там и так далее. Да, ролик получился короткий, но впредь, думаю, буду делать где-то на минут 10-8 хотя бы. Я считаю то, что начало неплохое, я уже заработал неплохую сумму денег, за которую я могу купить себе автомобиль, одежду там и так далее. И в следующем ролике вы уже видите, куда я потрачу эти деньги. От вас, ребятки, хочу видеть очень хорошую активность. Реально, прожмите просто каждый лайк, вот каждый, кто смотрит видео, нажмите лайк, я буду вам очень благодарен. Если что, как я и сказал, я не буду уходить с 0.2, как бы 0.2 я уже всего достиг, у меня там есть бизнес, машины, дом, скиллы там и так далее. То есть на 0.2 я достиг всего, и у меня просто пропал интерес к игре. Я думаю то, что такими роликами я вам помогу тоже развиваться, потому что многие из вас не знают, где зарабатывать, где лучше заработать там и так далее, что покупать, что не покупать, поэтому эти ролики в первую очередь для вас будут полезны. Буду реально стараться максимально просто развивать этот аккаунт. Хочу вам показать на личном примере то, что на проекте Amazing Holy Play можно спокойно заработать денежку, купить себе за короткое время хороший автомобиль, дом, одежду там и так далее. Мне на самом деле самому интересно, потому что я 0.2, как бы когда начинал играть, мне очень сильно помогали мои подписчики, друзья. На 0.2 я развивался не сам с нуля. У меня уже было около 100 миллионов, понимаете, в начале игры просто. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.